Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографией. Кэти Коллетт, немецкая художница, график и скульптор. Родилась 8 июля 1867 года в Кёнигсберге. В 1891 вышла замуж за врача Карла Коллетта, который поселился на севере Берлина. В 1892 родился сын Ханс. В 1896 родился сын Петр. В 1898 серия «Восстание ткачей» была показана на Большой Берлинской художественной выставке. Преподаватель в женском художественном училище в Берлине. В 1902-1908 годах выполнила серию афортов «Крестьянская война». В 1904 жила в Париже, посещала Академию Жулиан. В 1907 получила приз «Вилла Роман». Жила во Флоренции. В 1910 году были первые попытки в области скульптуры. В 1914 на войне погиб ее сын Петр. В 1919 году получила звание профессора и была избрана членом Прусской академии искусств. Создала серию гравюр на дереве «Война и пролетариат» в 1922-1925 годах. В 1924 году ее работы были представлены на первой всеобщей выставке немецкого искусства в Москве. В 1927 посетила Москву. В 1928 стала руководителем художественной мастерской графики в Прусской академии искусств. В 1932 в Советском Союзе прошла персональная выставка Кэти Коллетт. В 1933 после прихода к власти национал-социалистов, после обвинения в культурбольшевизме, была вынуждена покинуть Академию искусств. Создала серию литографий «Смерть». В 1936 было негласно запрещено выставлять ее работы, а в 1937 была запрещена персональная выставка. В 1943-1944 годах эвакуировалась в Нордхаузен, а затем переехала в Морицбург под Дрезденом по приглашению принца Эрнеста Генриха Саксонского. Скончалась 22 апреля 1945 года на 77-м году жизни. Похоронена вместе с мужем в семейной могиле на центральном кладбище Фридрихсфельд. В 1993 году в Берлине по инициативе федерального канцлера Гельмута Коля была установлена увеличенная копия скульптуры Кэти Коллетт «Мать с погибшим сыном». В 2014 году в мемориальном комплексе «Парк мира» в городе Ржеве была установлена копия скульптурной группы «Скорбящие родители». Она находится у входа на немецкое военное кладбище. Память о Петре Коллетте, внуке художницы, погибшем 22 сентября 1942 года под Ржевом. Вот так вкратце из Википедии о немецкой художнице, графике и скульпторе Кэти Коллетт. Пока-пока, до свидания.